Уникальным институтом казахстанского общества назвала Ассамблею народа Казахстана Элизабет Декошта, представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Сегодня она встретилась с заведующим секретариатом АНК Ерлы Тугжановым и депутатом Мажилиса Егором Капелем. Гостью приятно удивил тот факт, что в Казахстане работает единственный в мире профессиональный уйгурский театр. В следующем году Ассамблея отмечает 20-летие деятельности. Ерлы Тугжанов пригласил представителя ООН на юбилей.